Что-что? Для шаров двух акций. Помню, что ты сказал? Что такое для шаров двух акций? А, в смысле, можно ли доказать теорему о том, что для случая потенциала, да, вот полученное решение для шаров, когда массы чередуются, что существует действительно решение. Нет, такой теоремы я не получил. Когда-то я попробовал в простейшей ситуации предложить такую задачу для одного из своих студентов, но, видимо, задача, во-первых, все-таки построить соответствующий сжимающий оператор, это задача не очень простая, но и студент был не самым сильным, и поэтому это немножко так и осталось. Но для меня более-менее очевидно, что любое локализованное решение, ну не для меня, а физически, с физической точки зрения более-менее очевидно, что локализованное решение для системы шаров должно порождать уже аналогичное решение типа бегущей волны в системе.